Участок кожи, выстрижена шерсть, это никакая не шишка, это его анатомическая особенность мелкого рогатого скота, это сустав. Плечи, лопаточный сустав, это никакая не шишка, не уплотнение, это абсолютно нормальное явление для козлов, для мелкого рогатого скота. Вот, там не абсцесс, ничего страшного там нету абсолютно. То есть первый признак плохого состояния животного, это отказ от корма. Как сейчас вы видели, он ест прекрасно, изумительно. По своим нормам питается он хорошо. Вот, что еще можно сказать? Условия содержания для него абсолютно комфортные, даже в открытом пространстве. Тепловой обогреватель, инфракрасный обогреватель, греет поверхность. Вот даже ему жарко. Вот сейчас он просто перелег в другое место. Участок выстриженный, ничего страшного, обрастет и будет все в порядке. Лечение идет исключительно симптоматическое, то есть снимаем воспаление, образовавшееся на месте укуса. Больше комментировать в принципе нечего, он находится в стадии выздоровления, его состояние для травм абсолютно хорошее. Видите, тут у нас нормально себя чувствует, молодец. Мы решили перевести его, вот видите, пудается уже, мы решили перевести его в новое место, туда, где он раньше жил вместе с тигром, но не к тигру, а в убежище это, которое граничит с парком Амура. Там нормальное убежище, там сено есть, там крышка, там есть тоже инфракрасная лампа, там ему будет хорошо. Вот убежище, где будет Тимур находиться. Он тут рядом был, раньше вот тигр был здесь, Тимур здесь, он сейчас будет здесь. Она нормальная, и раньше она была, вот тут крышка такая есть. Она очень быстро поднимается, опускает, хотя продемонстрируется. Надо ее убрать. Раз, фиксируешь, надо опустить, опустить. Тут есть солома, все это. Вот, постройка хорошая. Плюс там доска, лестница 5 сантиметров, плюс там еще утеплитель такой, там все хорошо. Вот инфракрасная лампа, она работает, она дает тепло. На ночь мы можем закрывать его, у нас есть возможность закрыть. Поэтому там будет комфортно. Вот. То есть ночевать будет здесь, днем будет гулять здесь, общаться с Амуром и ночью, и днем вот через ограду, и там через ограду. Вот все. Так что ему будет тепло, комфортно, не переживайте. И раньше Тимур сюда заходил, и он мог сюда зайти, и это все было отпущено, и он иногда здесь был. Ну, все, собственно говоря. Сейчас будем Тимура переводить оттуда сюда. Да ты много сразу-то не давай, а то он, зараза, сейчас жевать начнет.
Вот сейчас не делаю.